Ну что, раннее утро, народу немного, мы в поисках настоящего украинского сала пришли к салу. Итак, первое, что мы замечаем, это вот, вот здесь вот есть сало. Сейчас будем выбирать, будем все пробовать. Здравствуйте, гостям порежьте. А как надо пробовать? Сейчас будем пробовать. Что, прям живую? А как ты хочешь прям? А как ты хотела есть сало? Сейчас будешь пробовать сало. Что ты не можешь? Как вы убрать, как и есть? Да. А какой вам нравится? Я вот любой. Ага. Так, вот такой кусочек. Ожидаем. Ну что, есть мясо мне, по-моему. Соленое. Надо менее соленое. Соленое, выпу шкрабы. Я же вам шкрабы и так буду. Снова интересно. Ну что? Вкусно. Попробуйте шапок с мясом. А второе было самое вкусное. Да, я вам дам попробовать, потому что его треба солити вам самим, воно не солене. А, не солене. Да, його треба солити. Тут їде м'ясо, його їсти можна. Воно там пропечено. Мені подобається. Сейчас мы еще посмотрим, что нам. А вот финансовый. Так, ну вот так вот сало и выглядит. Видите, какое настоящее сало? Я так еще никогда не ел сало. Это гривны. Покажи, как они выглядят. Ага. О. Прикольно. Вася, видишь, как деньги выглядят? 25. Ой, видал? Что, это копеечка? Это гривна. 5 есть. А почему тут 2 написано? 2 гривны. Спасибо. Спасибо. Так.